Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Меня зовут Заяна, это канал о вязании Заяру. Сегодня 1 декабря 2021 года, вот и подошло время подвести итоги в совместном проекте «Остатки сладкие» с Еленой Гершман. Канал ее называется Art Studio Handmade. Ссылка на всех участниц будет прописана в инфобоксе. Пожалуйста, проходите, смотрите, вдохновляйтесь работами и вяжите вместе с нами. Мы вяжем из остаточков пряжи, то есть моточки должны быть менее чем 100 грамм. В своей работе используем также моточки по 100 грамм. Девочки вяжут очень много красоты, как палантины, так и носочки, следочки, игрушки. Очень много всего. Ну а теперь давайте я вам расскажу о тех работах, которые у меня связались за эту неделю. Вот видите, у меня оранжевая корзиночка пустеет постепенно, а в большую вот эту корзинку я все докидываю новые клубочки. Так, первое, это у меня связалась вот такая игрушка, тоже из остаточков пряжи. Видите, это розовый цвет, это вот такой меланжевый с краплениями цвет, тоже остатки. Вес игрушки 89 грамм вместе с наполнителем. Глазки сделаны на специальном креплении. Носик вышит у меня из пряжи детская новинка, черный цвет, а одежда весит 28 грамм. Сейчас давайте я раздену эту кошечку и покажу вам, как я связала и как это смотрится. Вот пальто. Пришила я кнопочки, вязала я крючком номер 3,5 пальто, и кошка у меня связана крючком номер 2. Здесь два вида пряжи, также пряжа ушла Lana Gold Classic 240 метров 100 граммов, там у меня был цвет меланжевый, по-моему, то есть он был белый, затем темно-синий, вот здесь вот использовала я уже другую ниточку. Вот эта нижняя часть у меня другой связана, вот видите, а вот здесь уже другая. Так, для того, чтобы кошечка держала голову, я вставила туда ватные палочки. Не знаю, 5 или 6 штук у меня вставлено внутри. Тогда она, вот видите, голову не гнет. Вот посмотрите, как это выглядит. Кнопочки на одежде. Здесь у меня использовано 4 вида пряжи. То есть вот изначально была пряжа с меланжевым эффектом, синяя, серая, желтым. Затем она мне закончилась, я продолжила серым цветом. Эта серая закончилась, я вот еще использовала другой серый оттенок. Обработала полностью и низ изделия, и верх. Вот на рукава у меня уже не хватило. Так, это две работы. Затем я связала колокольчик, связано крючком номер 2 из пряжи Дива Плюс, по-моему, насколько я помню. Связано сначала основание, затем верхняя часть, и отдельно вязалась нижняя часть, кружочек вот этот, и верхняя часть. А затем по ходу обработки это я все привязывала к основанию. Вот так это выглядит с изнаночной стороны. Все ниточки у меня спрятаны, было очень много кончиков. Колокольчик весит 12 грамм. Это можно также повесить на елочку. Будет очень красиво и лаконично смотреться. Так, еще что у меня связалось. Это связался вот такой сапожок. Вот он такой, знаете, вот не маленький, я так думаю. Его можно использовать как подставочку под кружку. Вязалась в технике фильнейная сетка. Вес 6 грамм. Пряжа 100% хлопок. Вязала я крючком номер 2. Вот так это выглядит. Так, это 4, да, 4 работы. И пятая, это уже не работа, а применение остатков больше. Есть у меня у ребенка вот такая шапочка, и она потеряла вот помпоны. Остались только 2 розовых помпончика. Я хочу их вот пришить или приклеить вот на 2 половинки. И еще я сделала 2 белых помпона, вот они.
и использовать их тоже вот для декоров шапочки. Вот так вот. Я думаю, это очень красиво будет смотреться. Вес помпонов 5 грамм. На сегодня все, дорогие мои друзья. Все мои работы, которые я связала за эти 2 недели. Пожалуйста, проходите на каналы других участниц, вдохновляйтесь и вяжите вместе с нами. На сегодня все. Пока-пока.